25 июля в России отмечается профессиональный день сотрудников органов следствия. Именно 25 июля 1713 года именным указом Петра I был учрежден первый специализированный следственный орган России – Следственная канцелярия. А уже после подразделения появились практически во всех правоохранительных органах. В свой профессиональный праздник все следователи получают поздравления от руководства и коллег. А особо отличившиеся в раскрытии преступлений получают благодарности и поощрения от начальства. Как бы преступники ни старались, следы всегда остаются на месте происшествия, то есть... Тут необходимо просто стараться их искать и найти. Не стоит забывать, что также это профессиональный день сотрудников речной полиции России. Как и за все время своего существования, подразделения речной полиции и сегодня проводят работу по борьбе с преступностью и правонарушениями на объектах водного транспорта страны. Именно в этот день, в 1907 году, в Англии организовано скаутское движение. Основателем является английский общественный деятель, полковник Роберт Баден Пауэлл. Все началось с того, что он решил попытаться развить в подходящей для детей форме скаутские мероприятия, которые практиковал во время своей военной карьеры. С этой целью он организовал для двух десятков мальчиков из разных социальных слоев лагерь на острове Броунси. Уже в 20 веке скаутское движение стало популярно в США. А в Челябинске в этот день произошло следующее. Это был один из дней, когда проходило Челябинское сражение. Началось оно 24 июля накануне, когда части 5-й Красной армии под руководством Пухачевского овладели городом Челябинском. Но уже 25 июля части Западной армии, это Белая армия под руководством генерала Сахарова, начали активное контрнаступление.